Минувшую пятницу Оренбург приводили в порядок. Общегородской субботник собрал тысячи человек. Люди убирали мусор на улицах и в парках. Ну а в сквере на улице Степана Разина по традиции трудились депутаты городского совета. В этом году к народным избранникам подключилась и молодежная палата. О том, кто и как отважился выйти и навести чистоту, Екатерина Волкова. Приводить город в порядок вышли более 45 тысяч оренбуржцев. По традиции к большой весенней уборке присоединились и депутаты фракции «Единая Россия» в городском совете вместе со своими помощниками. Они наводили марафет в сквере на улице Степана Разина. Несмотря на то, что на улице был ветер и довольно-таки прохладно, отступать от планов никто не стал. Тем более, что субботник совпал и еще с одной особой датой. Несколько лет назад президентом был подписан указ, по которому 21 апреля – официальный день местного самоуправления. Самое лучшее выражение празднования этого праздника – это субботник. Тем самым мы говорим и показываем свою любовь к своему любимому городу. Мы очищаем наш город от того, что осталось после зимы. И надеемся, что наши горожане откликнутся на тот призыв, который у нас проходит сейчас по всему городу, и выйдут к своим дворам, на свои улицы, и тоже присоединятся ко всем, кто занимается очисткой города, к людям для того, чтобы наш город стал еще чище, еще краше, еще лучше. Впервые вместе со старшими коллегами в весеннем субботнике приняли участие члены молодежной палаты города. Говорят, рады помочь, хотя участок для уборки достался не самый простой. Не самый легкий, много листвы, крагач вообще мелкую листву дает по осени, но для молодежи что такое листва? Уборкой мусора в этот день занимались по всему городу. Народные избранники вместе с молодежью собрали сухие листья и вскопали землю для посадки цветов. Параллельно приступили и к покраске тротуаров, столбов освещения. Правда, генеральная уборка одним днем не закончится. Приводить порядок город будут и дальше. Самых трудолюбивых наградят. Поощрение оно должно быть, потому что это труд общественный, но он очень нужен. И я работаю всегда на каждый вот субботник. И на весенний, и на осенний, и мы выходим не один раз, и уверен, что, наверное, в ближайшую неделю еще парочку раз будем выходить, администрация, структура администрации, депутаты городского совета, все вместе. Мы одна большая команда, которая способна сделать очень много и делает для города Оренбурга, в частности, вот работая хотя бы граблями. Екатерина Волкова, Константин Воробьев, «Наше время».